Здравствуйте, меня зовут Владимир, я работаю на отделении Евроавто испытателей 2. К нам приехал автомобиль Volkswagen Tiguan с жалобой на посторонние звуки в передней подвеске. Предварительно известно, что на автомобиле уже заменены передние стойки стабилизатора, передние амортизаторы, сайлентблоки передних рычагов. Есть подозрение на неисправность втулок переднего стабилизатора. На этом автомобиле втулки переднего стабилизатора составляют единое целое с самим стабилизатором. Но в современном мире втулки эти меняются. Существует два способа диагностики. Первое – это раскачивание автомобиля и осмотр на то, что, как они проворачиваются, либо люфтят, либо скрипят. И второе – это соединение стоек переднего стабилизатора и проверка на проворачиваемость стабилизатора относительно втулок. Стабилизатор должен в этих втулках пружинить и никак не проворачиваться. Если они проворачиваются, значит, у вас будут посторонние шумы. Здесь есть возможность в прямом доступе дотянуться до втулки стабилизатора и проверить машину, раскачивая машину, проворачивается он или нет. Что я сейчас и попытаюсь исполнить. Дотягиваемся до стабилизатора и начинаем раскачивать машину. Вот в данном случае втулка стабилизатора стоит на месте, а сам стабилизатор в ней проворачивается. Но для точного диагностики мы все-таки отсоединим стойки переднего стабилизатора. Для начала отсоединяем стойки переднего стабилизатора. Берем ключ на 18 и срываем. Ну, сейчас посмотрим. По идее, стабилизатор должен прыгнуть вверх, а он не прыгает. И он вот даже так слышны скрипы. Нет, здесь. Вот он. Мы ее расшевелили уже. Вот он. Мы наблюдаем при продвижении стабилизатора посторонние скрипы. Скрип – это проворачивание стабилизатора во втулке стабилизатора. Каждый раз он подскрипывает и дает себе о себе знать. Соответственно, мы снимаем стабилизатор, разбираем, меняем втулки и устраняем эту проблему. Дальше, пока подрамник плотно присоединен к кузову, мы откручиваем сами стойки сами втулки стабилизатора. Эти болты имеют свойство ломаться. Мы постараемся их сохранить. Довольно мягко все пошло. Дальше занимаемся тем, что опускаем вниз подрамник, чтобы вытащить нам стабилизатор. Отпускаем кран крепления глушителя. We'll be right back.
Стабилизатор клиенту можем предложить как БУ, так и новое. БУ в отличном состоянии, 7500 рублей. Новое исключительно на заказ. Оригинал в районе 31 тысячи рублей под заказ. Аналог 9 тысяч рублей. Это производство Китай. Также в наличии есть втулки стабилизатора отдельно. От 500 рублей до 2000 рублей. Это все аналоги. Сейчас мы будем разбирать две половинки, убирать вальцовку выдавливанием гаек крепления стабилизатора. Для этого используется пресс. Ставим, держим, щелк, и развальцовано. Вот так вот выглядит гайка, у нее есть край, который вальцуется. Соответственно, вторую сторону то же самое производим, ту же операцию. Давим. Все, вторая гайка снята. Снимаем скобу втулок стабилизатора, смотрим, что с ними произошло. Он, грубо говоря, берем старую втулку, берем новую втулку. Визуально видно износ этих втулок, размер у нас увеличенный. Соответственно, ее проворачивает. Теперь на валу существует повреждение лакокрасочного покрытия. Соответственно, лакокрасочное покрытие изношено. Несомненно, замена втулок даст свой эффект, но насколько долго, это сказать сложно. Устанавливаем втулку стабилизатора на место. Соответственно, вкладываем в верхнюю часть, вкладываем верхний кронштейн втулки стабилизатора. Смотрим позиционирование по тому, как она стояла на машине. У нас она отмечена. Берем, закрываем нижнюю часть. Складываем. Соответственно, это все намного плотнее, чем было. Она уже практически не шевелится. После этого переворачиваем. Вкладываем. Соответственно, втулка. Видно зазор, насколько это все зажмется. Сейчас будем зажимать и завальцовывать это дело. Подставляем упор, кладем шарик и ударом развальцовываем на место крепления гайки. Гайка запрессована, зазор убран. Полностью зажмется она, соответственно, при установке болтом еще зажмется до конца. То же самое делаем со второй стороны, только отпозиционировав уже втулку стабилизатора. Эта сторона у нас держится, она зажата, завальцована. Это все у нас, как всегда, на глаз. И все, она как бы завальцована. We'll be right back.
Дальше смотрим на втулочке, что тут происходит. С этой стороны, по-моему, получше. Мы также снимаем скобу. Смотрим. Опять же, вот смотрим на стабилизатор. Есть износ краски, который говорит о том, что стабилизатор изношен и стоит его лучше поменять. Вот они видны. Одна, вторая повреждение на краске. Но эта сторона держалась лучше, чем другая, поэтому... Опять же вскрываем новую упаковку. Новых втулок стабилизатора. Да, вот, вот видно где-то 0,5 миллиметра износа. Эта часть и вот эта часть. Складываем, тоже смотрим. Тоже где-то несколько десяточек миллиметров есть. Этого, в принципе, достаточно для люфтов, скрипов и того подобного. Убираем пыль и грязь веков. Зачищаем посадочное место, очищаем от грязи, от всего. Наждачкой тереть это место нельзя. Вкладываем втулочку. Метка совпадает. Сейчас будем кольцевать обратно. Зажимаем край, чтобы никуда ничего не убежало. Откручиваем. Берем шарик, берем наковаленку. В данном случае используется головка. Кладем шарик и наносим один акцентированный удар. Можно еще разочек, судя по тому, как она выглядит. Есть шанс еще. Все, как бы развальцовано. Дальше она уже не развалится. То же самое повторяем с другой стороны. Зажимаем, откручиваем, подкладываем шарик и расклепываем. О, хорошо, никого не убило. Шутка. Еще разочек. Все, обе стороны развальцованы, он никуда больше не развалится.
Ну, соответственно, окончательный прижим создают болты, прикрепляемые к подрамнику. Начинаем. Засовывать стабилизатор на место. Вот он как бы на своем месте. Начинаем поднимать подрамник, чтобы отцентровать все отверстия, и после этого начинать закреплять. Начинаем наживлять болты рейки. Смазку медную использовать нежелательно, так как возникает между медью и алюминием гальваническая пара. Все начинает гнить, пропадает резьба. Берем обычную смазку типа шрус, литол, что подвернется под руку. Начинаем смазывать болты, чтобы никогда они у нас не закисли. Дальше наживляем эти болты. Соответственно, все болты должны вкручиваться от руки без больших усилий. Да, болты одноразового монтажа, их положено менять, но в современных условиях клиент решает, менять их или не менять. Наносим смазку. Соответственно, смотрим те болты, откуда выкрутили, туда и вкручиваем, позиционируем, потому что длины у болтов тоже разные. Точное положение подрамника будет уже выставлено на развале. Потому что он имеет определенную подвижность, и его можно сместить в разных направлениях. Соответственно, финальная затяжка болтов в нужный момент производится на развале после позиционирования подрамника. Дальше прикручиваем рейку. Рейку можно затянуть нужным усилием. Дальше, опять же, смазываем, наживляем болты крепления стабилизатора. Все то же самое. Стабилизатор возвращается на место, то есть он не болтается. Что мы хотели сотворить? Присоединяем стойки переднего стабилизатора. Вставили, затягиваем, фиксируем. Вообще меня учили в алюминий вкручивать без смазки. We'll be right back.
этом моя работа завершена. Машина переезжает на стенд развала схождения. Вот обратите внимание, на старых втулках стабилизатора протерта резина до металла, до внутреннего усиления металла. Она аж блестит. Соответственно, она могла тереться об ограничители положения стабилизатора самого и издавать звуки металла, металл, скрипы.